Модель Hikvision 2722 – это купольная вандалостойкая IP-камера с индексом защиты от природных воздействий IP66. Камера способна вести видеотрансляцию с разрешением Full HD в реальном времени. На борту присутствует широкий динамический диапазон 120 дБ, трехмерное цифровое шумоподавление. Камера комплектуется варифокальным объективом с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм. Также доступны модели с моторизированным объективом. Угол обзора камеры составляет от 113 до 33,8 градусов. Под куполом располагается слот для microSD-карты памяти. Поддерживается объем до 128 ГБ. Камеру можно подключить к облачному сервису Tracer Cloud. Модель оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Объектив имеет три оси вращения. Имеется тревожный вход и выход, аудио-вход и выход, поддерживается питание по сети POE. Теперь для монтажа камеры используется специальное кольцо кронштейн. Все камеры новой линейки полностью интегрированы в программный комплекс Tracer с возможностью настройки камер без необходимости входа в их веб-интерфейс. Приобретая камеры в офисах компании DSSL или у партнеров компании Tracer, вы получаете в подарок. Остались вопросы по камере? Спрашивайте в комментариях, ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч!